Самое важное при развитии территории усадьбы Тимохова-Салазкина – учесть возможности застройщика и пожелания общественности. У инициативной группы граждан множество вопросов компании «Доверна». Но не все они конструктивны. Круглый стол, посвященный этой теме, показал, что администрация Ленинского района старается быть объективной и поддерживает обе стороны. Подробности далее. В совещании по развитию территории усадьбы Тимохова-Салазкина приняли участие представители администрации Ленинского района, собственники земельного участка, где находится усадьба, компания ООО «Доверна», и общественники. Темой обсуждения стало создание парка, строительство жилья и социальных объектов на территории усадьбы. Инициативная группа защищает интересы жителей. Но мы не должны забывать и о том, что мы должны слушать обе стороны. И жителей, конечно, и застройщиков, тем более, что они являются собственниками данного участка. Но мы за то, чтобы был диалог между собственниками и жителями. И мы будем настаивать и будем стараться сделать все, чтобы все конфликтные ситуации разрешать в обоюдную пользу. Компания взяла на себя обязательство реконструировать территорию усадьбы, включая все постройки, и сделать ее доступной для жителей Видного. Охранная зона усадьбы «Сосновый лес», который располагается на склоне, превратится в городской парк, где будут дорожки, лавочки, детские площадки. Общественники считают, что эта усадьба станет замечательным местом для отдыха. Только пока непонятно, что же будет располагаться в отремонтированных зданиях. Во-первых, услышали, что хотелось бы ускорить разработку концепции последующего использования усадьбы. Мы обратим на это внимание и постараемся, чтобы уже первые какие-то наброски появились там через пару месяцев, чтобы было что обсуждать. Инициативная группа граждан выразила благодарность руководству «Доверны» за то, что первые шаги по приведению части территории усадьбы уже сделаны. На сегодняшний день мы сумели вывести оттуда всех арендаторов, всех лиц, которые незаконно занимали территорию, то есть все ее покинули, территорию взяли под охрану, оградили, вычистили, то есть было вывезено более 1000 кубов мусора. Строительство жилья повлечет и увеличение населения в данном районе. В связи с этим беспокойство видновчан по поводу мест в детских садах и школах вполне понятно. Застройщики взяли на себя обязательства по реконструкции детского сада «Ласточка» с увеличением мест, включая капитальный ремонт его старой части. Сейчас в Тимохово-Салазкино идут работы по обмеру зданий, созданию их 3D-моделей. Основная задача компании «Доверна» в ближайшее время – разработать проект на жилые дома и реконструкцию усадьбы, который будет проходить государственную экспертизу. Проект на реконструкцию дополнительно пройдет согласование в Министерстве культуры. После этого уже можно будет получать разрешение и приступать к строительно-монтажным работам. Это вопрос всего нескольких месяцев. Дальнейшие предложения по развитию территории усадьбы будут рассматриваться специально созданной для этого рабочей группой, куда войдут представители всех заинтересованных сторон. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.